обещанный нам сюрприз от приглашенного артиста театра Станиславского Немировича Дальченко, композитора, музыканта, отца Дмитрия Степановича. Я не знаю, что это будет, и вы тоже не знаете. 23 года назад мой ровесник Алексей Опарин был тех же лет, что и Ростислав сейчас. Он писал тогда стихи, которые не только хорошие, но и понятные такому человеку, как я. А музыку я на них писал, такую, которую, наверное, помимо современных композиторов, понял бы еще какой-нибудь маэстро Николай Андреевич Римский-Корсаков. Кто-то решил из современных композиторов, что ее нужно сбросить с корабля современность, а главное, что она не очень оригинальна. Так ему показалось. Теперь я понял, и в чем он заблуждался, и в чем сильна эта музыка. Но довольно слов. В минуте собираются века. Собственную взял и мне.